привет! Меня зовут Екатерина Киселева. Это программа «Шанс». Я очень надеюсь, что она изменит жизнь вот этого озорного парня по кличке Бест. Бест – очередная жертва человеческой жестокости. Волонтеры подобрали его на одной из городских остановок с ужасной раной на голове. Псу пробили череп. Поначалу люди, нашедшие Беста, даже не надеялись на счастливый исход. Врачи делали очень осторожные прогнозы. Боялись, что если пес и выживет, то последствия такой травмы останутся на всю жизнь. Бест всех удивил. Он не только справился с болезнью, но и довольно быстро реабилитировался. Сейчас это красивый молодой пес, совершенно не отличающийся от остальных. Он любит бегать за палкой, гулять и когда ему чешут за ухом. Бест еще подросток. Он вырастет довольно крупным, красивым, статным мальчиком. Отлично приживется как в квартире, так и в теплом вольере. В еде Бест неприхотлив, любит сухой корм и кашу с мясом. Мальчик здоров, обработан от паразитов, привит. Бест просто создан для жизни с человеком. Он активный, ласковый, игривый малыш. И он уверен, у каждой собаки есть свой человек. Главное – встретить его. Может быть, это именно вы? Посмотрите на Беста повнимательнее и увидите, что он станет вам настоящим другом-защитником. Если вы хотите познакомиться с Бестом поближе, звоните его куратору по номеру, который вы видите на своих экранах. Открой свое сердце для верного друга.